Митинг, посвященный 80-летию Великой Победы в Сталинградской битве, прошел в станице Северской у памятника местного героя Семена Соболева. Почтить память погибших собрались представители общественных и ветеранских организаций, школьники, сотрудники администрации и депутаты. 2 февраля 43 года закончилось одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны, длившееся 200 долгих дней и ночей. Сокрушив фашизм, дикий шквал, гарью переполненной планете света луч во мраке указал. Мы дрались, мы яростными были, и своих не сдали рубежей. Мы дорогу к Волге преградили молодостью звонкую своей. Победа в Сталинградской битве имела колоссальное значение, переломив ход войны и повлияв на мировую историю в целом. Цена слишком дорога, чтобы просто забыть. На кубанской земле свято чтят воинский подвиг, беспримерное мужество, истинный патриотизм поколения победителей. Семен Григорьевич Соболь, наш земляк, бюст которого здесь установлен, не был участником Сталинградской битвы, но он прошел почти всю Великую Отечественную войну и героически погиб в 1944 году. Наша задача, наша обязанность, чтобы ни один фронтовик не остался без внимания, заботы и поддержки. Вечная слава народу-победителю. Именно в этот день, 2 февраля 1920 года, в хуторе Стефановский родился будущий герой Советского Союза, погибший за год до окончания войны. Каждый день сотни проходящих мимо людей провожает этот задумчивый, устремленный вдаль взгляд бронзового лица. Подножию бюста защитника Родины возложили цветы. На мероприятии присутствовали и родные Семена Григорьевича.